Совместно с Вячеславом Гайзером наш город посетила и Марина Истиховская. Спикер Госсовета не только сопровождала губернатора. На собрании общественной организации «Союз женщин» она предложила свои решения печорских проблем. Дружеская встреча дала понять, что организационная работа Союза женщин необходима. В их обязанности входит не только проведение забавных или привязанных к дате мероприятий. Это кропотливый труд по созданию достойных и качественных условий жизни определенных слоев населения. За заслуги перед Печорским отечеством женщины даже получили благодарственные письма. За чашечкой чая спикер Госсовета Коми выслушала отчет о проделанной за эти годы работе женсовета. Сегодня открыто отделение Союза женщин в 5 населенных пунктах Печорского района. С каждым годом членов этой общественной организации становится все больше. Хотелось бы отметить, что здесь в последнее время очень часто в наших мероприятиях участвуют дети дошкольных учреждений, что я считаю, что и думаю, коллеги поддержат. Это очень значимо, когда все-таки охвачены все структуры. И, естественно, мероприятие проходит более так интересно и масштабно. Марина Дмитриевна предложила обозначить членам организации некий перечень острых проблем, которые сегодня стоят перед печорскими семьями, например, улучшение жилищных условий. Кроме того, решался вопрос об активизации работы Союза женщин с семьями, имеющими детей-инвалидов немобильной группы. Сколько таковых в нашем городе, остается выяснить, но они, как никто другой, нуждаются в организационной и финансовой помощи. Печорскую организацию «Союз женщин» Марина Истиховская отметила как одну из лучших в республике. Председатель Государственного совета выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и помощь в общественной работе.